guys, how's doing? Доброе утро из Улан-Удэ. Тут очень-очень классный аэропорт. Кажется, меня забыли. Бегу. Сегодня мы прилетели на Байкал. Добро пожаловать, друзья, на мой канал. Надеюсь, вы увидите мою улыбку через мою маску и мое настроение. Вот. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, комментарии. Подписывайтесь для того, чтобы не пропустить классные новые выпуски и такие шикарные виды. Будем заселяться. Вот, позавтракаем. Потом, может быть, я пойду погуляю, вам все сниму и покажу, какой Улан-Удэ. Вот тут целая фотостена со звездами. В общем, мы позавтракали, устала, сейчас, наверное, пойду в душ, и вот только зашла в комнату и решила вам сделать рум-тур. Ну что, вы готовы увидеть мою комнату в городе Улан-Удэ? Итак, вот он номер, тут есть зеркальце. Привет, ребята, привет, подписчики, боже, блин, ладно, похожу с ним, с курткой, ой. Как-то все очень грустненько. Ну, ладно. И так сойдет. А тут у нас 11 этаж. Вид. Вау, смотрите, как красиво. Горы. Замечательно. И давайте заодно посмотрим туалет с ванной. Ну, так включим. Свет. Нет, не включится. Ну тут душ. Ну так, прикольненько. Все. Ну что ж, друзья, я уже помылась, как видите, уже и оделась, высушила волосы. И сейчас время по Москве 6 часов 11 утра. В Улан-Удэ время где-то 11 утра. Если не ошибаюсь, 5 часов разницы, да, должно быть 11:11. И сейчас я пойду в город. Вроде гостиница находится в центре. Это гостиница Бурятия, насколько мне известно. Та, в которой мы остановились. И у нас вид, у меня точнее вид на город, на горы в том числе. И сейчас пойду на ресепшн уточнять, что у них вообще можно тут посмотреть, куда съездить. Мне очень хочется съездить в храм. Вот, в связи с действиями, которые происходят в Украине, мне очень хочется попасть в храм, посидеть там, буддийский храм. Вот, и, в общем, провести там время. Ей говорят, тут есть два храма, один подальше, один поближе, и тот, что подальше, он поинтереснее, но тут добирается 2,5 часа, и там даже есть шаманы, которые очень угадывают ваше будущее или что-то, предсказывают, в общем, классно. Вот, но туда я навряд ли поеду, потому что время уже полдень.
Вот в маленький я обязательно съезжу. И сегодня, пока мы сюда летели, у меня в глаз попал кипяток. Я не знаю, сейчас видно, не видно, ну, в каком состоянии. Но теперь я вообще плохо вижу, вообще не могу сфокусироваться на чем-либо, потому что вот этот глаз у меня и так плохо видит, он там астигматизм, а у этого миопия, и в общем, короче, я не знаю, как я буду видеть все. Но я, в принципе, вижу, просто очень расплывчато. Вот. И надеюсь, что этот влог вам также передаст всю атмосферу и мое настроение. И надеюсь, что вам все мои влоги из моих командировок будут нравиться. Единственное, наверное, я вам буду рассказывать. Только что думала о том, как бы мне снимать, с какой точки зрения, с точки зрения туриста или с точки зрения бортпроводника, что делать в командировках, куда ходить и так далее. По-хорошему, сейчас бы мне спать, вот, но пока мне спать не хочется, поэтому я решила прогуляться. И пока что, так скажем, я новичок в авиации, и, соответственно, в командировках очень хочется гулять, смотреть, исследовать новые города. И я очень благодарна этой работе за такую возможность, что ты можешь посещать разные города и, возможно, встречаться в будущем с вами. Ну что ж, поехали. Это мой лук, черно-белое. Не обращайте внимания, это сейчас идет на стирку. Вот, и потом. Мне это все принесут отглаженное, красивенькое, свеженькое. Выходишь с отеля, и вот такой вот вид. И тут, говорят, есть магазин корейской косметики Atomy. Но я этой косметике не очень доверяю, точнее, этому бренду именно. Вот. Какие дела. Есть даже юрта. Очень прикольно. О, давайте зайдем. На самом деле, когда мы только вот начали выезжать из аэропорта и ехать, то мне показалось, что я попала в Узбекистан или в Кыргызстан, потому что уж очень атмосфера похожа. Еще недавно вот в Астрахани была. Вот на Астрахани тоже смахивает, имеется в виду, что по природе такие вот, не знаю, почему-то мне показалось таким похожим.